Распределение средств на строительство дорог, грядущая рекультивация Пихтулинской свалки, исполнение бюджета. Эти и многие другие вопросы сегодня рассмотрели на очередном заседании Кабинета министров. Подробности у Дмитрия Ковалева. В республиканском Минфине к очередному заседанию Кабинета министров подошли творчески. Членам правительства предложили разгадать вот такие кроссворды, а заодно и проверить их финансовую грамотность. Большинство ответили на вопросы без ошибок. К слову, ведомстве уже не первый год реализуют проекты, которые помогают вовлечь граждан к формированию бюджета. Исполнение бюджета на сегодняшний день у нас также сформирован портал общественных финансов, где в ежедневном режиме, в онлайн-режиме можно следить за исполнением бюджета в разрезе программ мероприятий. В Минфине готовятся представить отчет об исполнении бюджета за прошлый год. По его итогам доходы республиканской казны превысили 40 миллиардов. Что касается собственных доходов, то темп роста 16,9% к уровню прошлого года и 25 миллиардов 668 миллионов рублей – абсолютное их значение. Также обеспечено увеличение безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Они возросли более чем на 522 миллиона рублей. Большая доля поступлений мы имеем от налога на доходы физических лиц. Доля в структуре доходов составляет 34%. Выросли доходы и в сфере медицины. На эти показатели, говорят, в региональном Минздраве влияет и постоянно растущий престиж клиник Чувашии. В республику приезжают лечиться жители крупных мегаполисов. Только за один год, 2016 год, число таких пациентов увеличилось более чем в 10 раз. А благодаря этому республику дополнительно получила финансовые средства для поддержания наших медицинских учреждений более 500 миллионов рублей. Конечно, это говорит прежде всего о доверии к нашей медицине, то, что наша медицина и наши медицинские организации, они стали достаточно конкурентоспособными. Еще одна позитивная новость от членов Кабмина. На рекультивацию Пихтулинской свалки в этом году направят более 120 миллионов рублей. В ближайшее время начнется технический этап работ. Субсидии на рекультивацию Пихтулинской свалки в размере 122 миллиона 520 тысяч рублей, в том числе 113 миллионов 943 тысячи рублей из федерального бюджета и 8 миллионов 570 тысяч рублей из республиканского бюджета, в соответствии с данным проектом постановления передаются бюджету города Чебоксары. Планируем в апреле согласовывать технические задания. Сейчас, в ближайшее время будем объявлять. Но сложностей не будет, там, наверное, все-таки по таким проектам у нас опыта нет, по-моему, реализации. Ну вот есть определенные сложности, поэтому согласовываем совместно с министерством техническое задание. Проведение конкурсной документации. В этом году большую сумму планируют направить и на строительство дорог в муниципалитетах. В 2017 году предусматривается направить средства в сумме 88 миллионов 121 тысячи рублей. Рассмотренные проекты постановления утвердят депутаты Госсовета. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.